сегодня 19 января, день Крещения. И вот мы проснулись и собираемся в церковь. Искупались в купальне. Конечно, чувствуется облегчение. Становишься другим человеком. Ой, как холодно у нас сегодня на Самуи. Видимо, крещенские морозы добрались и до нас. По пути домой мы заехали вот в такое чудесное красивое местечко. Огромная пальма.
подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Не забудьте сегодня проголосовать за меня на конкурсе «Мисс Россия». Всех целую. До завтра.